Всем привет! У нас сегодня дачный влог. Покажу, как мы воюем со снегом. Снега у нас начал подтаивать и стал тяжелым. Вот. Хочу добраться до елок, хотя бы начать. Все елки мне попереломала, я не учла в этом году. Такие моменты, не думала, что будет так много снега. В общем, жалко. Самая моя любовь. Ну что там? Кто там? Пойдем посмотрим. Что там? Я там никого не вижу. Там нет никого. На кого ты ругаешься? Нету там никого. Вот. В общем, вот они, мои бедняжки. Как-то надо их будет спасать. Такой уже нелегкий, как был в прошлые разы, когда мы приезжали. Легко кидался, а теперь он прилип, и все. Теперь проблема. У нас уже здесь маленькая весна пробивается. Даже листики зеленые. Фух. Ну что, Симба, будем чистить снег? Будем? Две елочки удалось откопать. Вот они мои. Немножко надломалась. Вот так. Погода сегодня шикарная. Мы собрались в ближайший город. Нам нужно в магазин полочки посмотреть. И пообедать решили. В городе не готовить. Туда куда-то. Скажи куда. Скажи. Мама. Скажи по-русски, скажи. Скажи по-русски, скажи. Не скажи, а скажи. Да хватит, я знаю. Могу. Ну скажи, скажи. Нет. Тогда не скажу. Мама, все, бай-бай, спокойно. Не шумим. Мама, я... Мама, где папа? Не скажу. На обед перекусить, а то мы даже не завтракали сегодня. Ой, ты что, грызет? Грызет. Он грызет. Да. Он грызет. Да. Ну, а ему не холодно? Язык он. Может, ему постелить что сразу? А вам сразу сюда, да? Ну, а что? А я не знаю, как сразу, надо. Сразу. Чтоб он не заболел. А вам далеко? Ты моя маленькая малышечка. А, подожди, перчатка же мне надо теперь. Пока ждем папу, малыш освоился. Фу. Нам. Ну как? Молодец. Мне класс? Нравится. В Москву? Да, куда? А его это трогать можно? Да, это декоративный. Как его звать-то теперь? Давайте назовем, он же малыш. Пальцы не суть, он может... Андрюха, он кусал, но не больно. А, ну нет. Он малышенька еще. Ой, малыш. А он отзываться-то будет хоть? Да нет, конечно, мячиков купили. Собачий корм кушает тоже. Мальчик, он такой мясо. А строительник какой-то едет? Вот, иди спустись в этот... Нет, а ты хотела строительник какой-то. Да любой, перчатку купить. Он такой нясой. Какая ты бусечка. Ути, бусечка. Ути. Вань, не надо. Вода где? Еще раз. Пить хочется. Где водичка? И я хочу. В пакете, наверное. И я тоже. Ну как? Пипец, я в шоке. Я же говорю, вы в шоке. Давайте его как назовем, Тимка какой-нибудь. Бумка. Шарик, кружочек. Буня.
Бонька. Боня. Вроде это мальчик, там сказали. Ну, вот Боня как раз. Боня — это девочка. Шарик, как собачку раньше. Не, шарик. Да я шучу. Давайте вообще в интернете посмотрим, как ежиков называют. Перчатки купили, чтобы ежика доставать. Просто в зоомагазине видели у продавцов что-то наподобие. Ну, взяли на первое время. Там, может, свыкнемся, подружимся с ежиком. И обойдемся без них, да, в будущем. Кто его знает, как оно. Вот так вот, чисто случайно взяли и купили ежика. Такая радость. Да? Тимкой назвали. А давай его назовем Тимёнок. Мы уже назвали Тимка. Мы ему и мячик купили. Кушает вкусняшку. Блин, у нас сегодня покупки небольшие. Пазл, Вика, это я тебе взяла. Будешь собирать? Пазл вот такой красивешный. Этот я почти собрала. Скажу, это уже вторая работа у нас большая. Этот небольшой, всего на 500 деталей, а это на 1500. Так. Что там еще у нас? Ванюнь, вот тебе ракету собирать. 3D пазл. Будем? Пожалуйста. Вот, полочку купила. Для специй. Ой. Корм собачки. Такие декоративные камушки взяла. Вот такие. Два этих. Как это? Что это? Как это называется? Я куплю это вообще. Салфетка. Вот такой горшочек. Пакеты. Цветочек. И для него горшочек. Вот. Будем делать красоту. Подожди, что-то темно как-то. Вот. Носопорочка спит у нас. Лампа чуть не снесла. Маленькая. Обкапалась. Секунд. Вон так цветочком поставили. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты все воду, воду ходишь, добываешь? Добываю, да. Добытчик. Ой, кто это? Кто это там? Что это за собака? Барбос. Я. Ты на прогулку пойдешь, Симба? Убедился. Симба. Я фильм выбираю, да? Да, да, выбирай, конечно. Ну давай. Он на этот комок пытался залезть. В общем, утром у нас был трактор сегодня. Тарзан, расчистили нам тут почти до земли. Но у нас теперь вот такое препятствие. Сердечко. Смотри, да? Шарф один. Ну, нормально. Тут пипец, иди посмотри. Как? Нет, ты не видишь, что там дальше. Уже к весне готовимся. Уже землю видно. С травкой. Зеленой. До земли.
А тут ступень у нас получилась. Вчера потеплее было, нет? Симба! А ну вернись! Симба, домой! Ох уж это Симба. Ладно. Вчера две елки откопала. Кто-то говорит, не надо их откапывать. В снегу им теплее. Кто-то говорит, ничего, нормально. Мы в том году раскапывали. Ничего, нормально все было. Единственное, они у нас погорели под этим, ну, чем мы накрывали. Вика, вон мячик. У Вики мячик. Иди. Не, сюда, в эту сторону. Все, ты теперь с мячиком, собака. Все. Симба. Ай, счастливая собака. Вот так вот. Вот все. Счастья теперь нет предела. Ах ты, собака. Счастливая моя собака. Да куда ты с голыми ногами полезла-то, Вика? Один вчера купался в снегу. Андрей у нас в надежде добыть воды все-таки. Может, лопату тебе дать? Нет. Там, наверное, тепло. Ой, караул. Надо было дверь ближе делать. Ладно. Что там, никого? Не знаю, может, он в тепле там проживает. Чё? Симба, блин. Ну это понятно. Ну, может, если будем в этом году ступеньки делать, то у него уже прохода не будет. Если навес получится у нас в этом году, то у Симби не будет прохода под дом. А то повадился там дела делать. Удобрять, да? Собака. Смешночи. Бедные мои елки, блин. Без слез не сгулянешь. Ты что там делаешь? Счастливый ребенок. Пойдем, это я хочу масштаб снега запечатлеть. Ну. Короче, выше меня попробуй. Ну уже не будут, я надеюсь. Ой! А небо такое темное, кажется. На камере. Оно и в принципе тогда. Серая. А ну давай теперь сюда, с этой стороны. Ой. Ой, смотри, какое небо черное на камере. Оно, в принципе, трэш. Апокалипсис. О. Дачные будни, вернее, выходные. Шапка на бекрень. Видно, дачный человек. Голова грязная. А ее не видно под шапкой. Так, Симба, мы сейчас идем, не переживай. Да. В общем, вот такие дела. У меня вообще супер прикид. Иду, 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 не кричи. Не надо кричать. Все. Сиди тут. Я нечаянно мячик за забор кинула. Сейчас будет спасательная операция. Иди, Симба, к Вике. Иди, Вика тебе. Вика тебя подкинет, Симба. Иди, мячик. Где твой мячик? Давайте, бросайтесь. Тихо, не убей собаку. Мячик. Иди, мячик лови. Прыгай. Вон, вон, ищи мячик. Молодец. Иди теперь к воротам. Пошли. Пойдем к воротам. Вика. Сейчас собаку. Что он делает? Он шипит. Конечно, шипит. Не пугай, не кидай только мне это.
Почему, мам? Драться будешь? А Вика будет кусаться. Мамочка, можно я с тобой сейчас? Садись вот сюда. Вика, не раздави ежика. Смотри, подержи в руках. Ой, какой смешной. Симба, кто это? Кто? Симба. Давай, клади сюда. Симба твой. Симба. Ставь, клади. Симба, как, ну пускай нюхает, что тебе? Привет. Пусть гоняет. Главное, чтобы с кровати не слетел этот Тимоха. Тимоха, Тимоха. Ай ты, здравствуй, малыш. Привет, ой, маленький, иди ко мне. Иди сюда. Иди. Че, мистер Тусовщик? Ты че разогнался? Тимон, ко мне! Ко мне, Тимон. Давай. Это друг Симба. Ладно, смотри. Что это такая лапочка ко мне присла? А что ты не хочешь? Она ко мне присла! Ты что сбегаешь от меня? Наверх залезет и все. Упадет. Ах ты какой. Сидит в перчатке тут. Не, мы... погладь, ты не удержишь. Васька, у нас с ним поиграть? Ой. Я на лопате подвезла к Дае. Да. И спустя пару минут попыток я его все-таки сняла. Молодец. Мам, ты такой силач. Да? Ну, я думаю, куски кидал.